Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманнита Си Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Винда Банам Манохарам Ванча Калпатару Вешаки Пасинду Бевача Патитанам Павуни Бхавишна Бибхо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангум Ланг Хайтагирим Ятки Патамахам Ванде Парама Ананда Мадавам Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кесвасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Наруттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Падеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхиям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараням Витаттихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Аравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуржит, Акамапикабавадушу Адарши, Пурунану Рагра Сасагра Сарамурти, Сарадхикама и Кадакипам Паруш, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмито бхужоу канука бодату Шанкиртаной кавитаро камала ятакшо Бишамбару дижавару жугадхарма палоу Банде жагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайра Вандито Дибба Рупам. Муктин ча муктин ча тада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси Пурабати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасясте Хидая Самбихи Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Jattottama sloka gunanuvadaha Prastuyate gramma katha vigataha Nishabhyamanam manodinam Mamukshar matim satim yachati vasudev Jattottama sloka gunanuvadaha Prastuyate gramma katha vigataha Nishabhyamanam manodinam Mamukshar matim satim yachati vasudev Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that those who are demonic character, those who are kapat, they cannot stay for long time inside Abhidhaharan Natta Mandir. Гауди Гоштипати, Шишчила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто лицемеры и люди демонического склада ума, они не могут находиться внутри Авидьяхаран Надха Мандира долгое время. Может быть, под видом преданных или в одежде преданных они могут как-то маскироваться, скрываться, но вскоре их истинное лицо будет показано. Как Агасур, Бакасур, они хотели доказать, показать всем их дружеские, хорошие отношения с Бхагаваном. Или Путана хотела показать, что она подобна матери. Они хотели показать, что они очень близкие друзья Кришны, но в итоге выяснилось, что это не так. И таким же образом, те, кто против Гаудия преданных, Гаудия Гурварги, те, кто лицемеры, те, кто имеет демонический склад ума, они пытаются как-то находиться внутри Авидьяхара Надха Мандира, но долгое время у них никак не получается. Они чувствуют какое-то беспокойство и вынуждены уйти. Авидьяхара Надха Мандир значит там, где мы лишаемся всякого невежества наверняка. Почему Шрила Прабхупад хотел сохранить название Надхмандира Авидьяхаран? Поскольку Шрила Прабхупад был уверен, что те, кто приходит в Авидьяхаран Надхмандир, всем сердцем они избавятся от невежества. Это будет наверняка. Чистые Гуру Вайшнава они могут гарантировать. Они уверены в этом. Иначе обычные люди не могут назвать мандир таким образом, они не будут чувствовать такого вдохновения, особенно лицемера Авидьяхара Надха Мандира. Шри Чайтанья Мадха, любой, кто приходит искренне, чтобы обрести помощь от Гуру Вайшнавов, чтобы защитить себя от Майи. Это было доказано. Это зовется Авидьяхара Надха Мандир. И сейчас нет такой гарантии, поскольку мы не заинтересованы в том, чтобы поддерживать идеализм Шрилы Прабхупады. И поэтому мы не можем делать это, и поэтому никакой гарантии вот такого духовного прогресса у нас нет. Шрила Прабхупад говорит, мы приглашаем какие-то нежелательные вещи, буквально мусор внутрь нашего Надхмандира, место поклонения, в то время как цель Шрилы Бхактивинода Тхакура была выгрести весь мусор, все нежелательное, все лишнее,
все вымести из Гаудия-матха. Как можно наблюдать, в магазинах золота подметают наоборот, они не... Вот в Индии особенно, они когда подметают весь мусор, они внутрь заметают, поскольку там может быть какая-то золотая пыль, шмятки золота и прочее, это возможно. Но это пыль и прочее. Ну, вроде мусор, можно какое-то золото из него извлечь, поэтому они подметают внутрь, а не снаружи. Они что-то там делают, какие-то украшения, естественно, пыль образуется, золото и прочие опилки. И вот такие проблемы, так или иначе, они вокруг постоянно возникают. Я вчера говорил, что саду-санга, она неизбежна. Мы можем обрести результат от саду-санги, если наша саду-санга совершенна. Если у нас нет нелицемерия, саду-санга может дать нам результат. Вы можете помнить, Прохлад Махарадж не получил посвящения ни у кого. Прямо он посвящения ни у кого не получал, но косвенно он получил посвящение, слушая Бхагавад-катху от Нарады Махараджа, и то он был внутри чрева. И вот он слушал Харикатху от Нарды, и поэтому он обрел бхакти. Обычно шаста говорится, что мы должны понять, осознать нашу нестабильность, чтобы от вопроса от Брахма Джигаса, кто я, возник в нашем сердце, у нас появилась потребность духовности. И тогда мы сможем найти Садгуру, принять прибежище у него, получить мантру от Садгуру и повторяя эту мантру, следуя Видхи-маргу. И если мы достаточно удачливы, почему я говорю так? Может, наша удача не столь велика? Мы не можем развить любовь к Гуру Вайшнавам. И вот если мы достаточно удачливы под руководством Гуру Вайшнава сегодня или завтра в процессе следования Видхи-маргу полностью, и тогда вы разовьете такие отношения, прекрасные отношения с Бхагаваном. Вот из пути Видхи-марга можно встать на путь Рага-марга. Это не так просто. Рага-марга значит спонтанное влечение к Бхагавану. Гуру Вайшнава и Бхагаван. Мы будем чувствовать спонтанное естественное влечение Гуру Вайшнава и Бхагавану. Это будет естественно. И в этом случае можем войти на путь Рагануга Марга, или наше настроение служения постепенно может достичь какой-то свободы, чтобы удовлетворить Бхагавана. На пути Видхи-марга какие-то ограничения, если вы не будете следовать, это может стать причиной вашего падения. И потом вы можете развить такое настроение, что вы будете чувствовать, что служить Бхагавану — это прекрасно. Это называется спонтанная такая любовь к Бхагавану.
И если ваша удача достаточно велика, вы можете развить ее. И иначе в этом большая проблема. Наша Гурварга Прабхупада Сарасвати Пад говорит: «Я молюсь лотосным стопам того Гуранги, океана бесконечной милости». Если вы обретете вкус, аромат лотосных стоп Гуранги, это более чем достаточно. И мы говорим о себе как о людях, но смотрите, если даже собака, она учует аромат лотосных стоп Гуранги, она достигнет духовного мира. Настолько это все великолепно. И вот если кто-то спрашивает меня, хочу ли я получить кайвали мукти, это значит, никакие проблемы больше не затронут меня. Я хочу выйти из-под влияния сатварадзе там гуны. Кто-то думает, что Индра очень несчастлив, и поэтому хотят люди достичь небес, но это не так. Индра Махарадж недостаточно счастлив. Мы думаем, что Индра очень счастлив. Он может царь небес быть, иметь огромную силу, может контролировать все, и полубоги, полубоги они повинуются ему, но счастлив ли он? Шастра говорится, нет, он всегда беспокоится, он всегда беспокоен. И вот он. И кто-то думает, что Индра счастлив, но в шастрах написано, что нет, он постоянно чувствует беспокойство, что какие-то демоны могут напасть, нужно подготовиться, что еще что-то случится, то уже напали демоны, и нечем бороться с ним, надо убегать. Вот. Он убегает с небес, оставляя даже жену. И вот однажды один царь Чакраварти, который был сувереном с этим, в общем, царь он был, все, как его, самодержавцем. Но он также не был счастлив, тоже какие-то проблемы возникали. И вот эти все вышеперечисленные цари, тоже у всех какие-то проблемы, беспокойства были.
И что же делать? Но трансцендентное счастье, оно есть с одним преданным Бхагавана. И поэтому они всегда в настроении санкиртана, как все читания Махапрабху. Он всегда совершал санкиртану, не то, что там 4 часа нужно спать, нет. Все время он совершал санкиртану. У них нет никаких ограничений, все время, в любое время. It is not a time-bound program that we can do sankirtan for 2 hours. No, too much hot. Not that. They are not foolish like us. They are not foolish. In their life, it is not a time-bound program. We have seen in the life of always Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Bhav, there are no time, any time. You can come in fooling us. Any time come in fooling us. It is not a time-bound program. И вот саду, они всегда счастливы. Почему? Поскольку они намашрая имеют качество, они приняли прибежище у святого имени, и они всегда говорят о славе намы, о качествах святого имени, о его спутниках, о его даме и обо всем остальном, что связано с этим святым именем. И вот это одна единая татва, и вот все время они счастливы, и трансцендентное счастье, оно преобладает внутри все время, будь это утро, день, ночь или любое другое время. И вот мы видим, даже Царь Небес Индра Махарадж, он несчастлив, он беспокоен все время, беспокоится. И много проблем в его жизни. И вот если изучить жизнь Гопакумара, его действия, и вот когда Гопакумар дали, ну что там контролировать, то же самое, ну в общем, пустыря ему какой-то дали, он не чувствовал удовлетворения и счастья, поскольку его настроение было полностью другое. Он был нишкинчан в Раджавасе. Ему не нужно столько проблем в жизни, столько изобилия, за которым нужно следить. Чистые гуру вайшнавы, они всегда находятся в настроении санкиртана. Если они находят достойных преданных, они совершают санкиртану. Если нет, то нет. И вот только чистые преданные, они по-настоящему счастливы. И вот Кайвалья Наракаяте. They cannot take. Prahlad Maharaj didn't want to take. No, Prabhu, you are okay. No, no, you have to take. Because if you take charge of this kingdom, you are devotee. Why usually Bhagavan? Почему Бхагаван просил Прахлада Махараджа, Дуру Махараджа? Занять пост царя. Почему? Поскольку они знали, что они преданные. Если они будут занимать пост царя, то автоматически они будут влиять на все остальное. Они очень такие могущественные, влиятельные личности. Все другие эти граждане
эти подданные, они будут вдохновлены им и сами будут поклоняться Господу. Это гораздо лучше, чем какие-то демоны, занимающие поста царей. Как Хиранья-Кашипу, например, запретил поклоняться Вишну. Вот Винурадж был таким демоном, хотя отец его не был очень набожный, но как это так случилось, что вот этот его сын Винурадж, он был демон по натуре и даже запрещал Риши Муни поклоняться Вишну, говорил, что нужно ему поклоняться. И вот Риши Муни сказали, что твой отец был очень набожный, мы знаем, Бхагаван с нами, мы поклоняемся ему. А тот только гневался. И Риши Муни что сделали? Они разгневались и прокляли его на смерть. И он сожгли его, в общем. Чистые преданные не заинтересованы. Все органы чувств, они подобны змеям, ядовитым змеям. В любое время могут укусить нас, и мы будем чувствовать боль. Мы не можем удовлетворить наши органы чувств, это невозможно. Они никогда не будут удовлетворены, поскольку удовлетворения нет. Оно бесконечно. Ее желание, надежда, наше наслаждение может длиться, стремиться к бесконечности, но счастье это не даст. В шастрах это доказывается, что наше настроение, наслаждение, желание, они посторонние желания, они могут быть буквально бесконечны, но мы не получим счастья, поскольку счастья в них нет. И чем больше мы наслаждаемся, тем больше вы проблемы на себя привлекете. Как, например, огонь, если огонь поливать маслом ги, то масло никогда не потухнет. То есть огонь никогда не потухнет, он наоборот будет разгораться. И как это возможно, но люди пытаются что-то делать. Ну, как можно видеть, какие-то люди. Уже там за 90, но все же пытаются наслаждаться, хотя их органы уже очень слабые, они не могут уже наслаждаться, но хотят. Но в то же самое время молодые могут что-то понять о сути жизни, то есть возраст не всегда несет с собой мудрость. И можно наблюдать, что старые люди иногда очень очень, как сказать, вожделенные, как похотливые, вожделенные, ну, такие имеют какие-то очень сильные желания неисполненные. Хотя они пытались их удовлетворить, но удовлетворение так и не пришло. И вот если мы будем поливать огнем ги или топливом каким-то, то глупо надеяться, что огонь когда-то потухнет. И вот Прабхупада Сарасвати Пад говорит. Дудантендриюкалу саппопатрипадхатаданшайате.
как змея, ядовитая змея. И вот какие-то люди, они ломают эти ядовитые зубы у змеи, уже змея становится безопасной, можно с ней играть, спать, и змея не убьет. То есть, если ты, ну, яд удалить у змеи, то она безопасно становится, ручная буквально. То есть проблема в змее — ее яд. И вот Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, что те, кто имеет огромную любовь к лотосным стопам Гуранги Махапрабху, автоматически все их органы чувств, подобные ядовитым змеям, они подобны таким безобидным змеям, у которых удалили их яд. То есть как бы органы чувств у нас есть, но они не беспокоят нас. If somebody going to give you the post, if Bhagavan also, when I can give you the post of Brahma, you can take. I can give you the post of Indra. It is like insect. Bhagavan Sahib, if the offer, the offer of the. И вот Прабхудананда Сарасвати Пад говорит. Если преданным предложить место Брахмы или Индры, то это для них очень незначительно. Они такое предложение отвергнут, как какого-то комара, который пытается высосать их кровь. Поскольку Парамахамса преданный, он всегда чувствует счастье вокруг, хотя мы знаем. Если мы вот почитаем какие-то газеты новостные или телевизор посмотрим, то можно видеть множество проблем, множество несчастья постоянно случаются в этом мире, куда бы мы ни посмотрели. Нужно смотреть, где есть настоящая бхакти, а где просто какая-то имитация. Чистые преданные видят весь мир как Вайкунтху, поскольку огонь, который горит в этом материальном мире, он не касается их. Они как бы в этом мире, но подобно сну, они вечно присутствуют на Голоке, хотя физически тело может быть здесь, но они не чувствуют никаких страданий, никаких проблем, которые происходят в этом мире. By the help of Gauranga, I can feel all my sense
organs, they are like snack, but their or poisonous teeth are eradicated. No problem. If I am giving the controlling over Sarga, Marta, Patal, heaven, hell, and still you cannot feel any interest. That is called the mood of devotee. Если преданным предложить Сваргу, Паталу или еще какую-то планетную систему, они не примут это их настроение. И вот я говорил в процессе постепенного следования Видхимарга. Сегодня или завтра мы можем продвигаться дальше и обрести бхакти. Но глубокая связь какую-то связь с духовным миром мы можем обрести только через общение с преданными, и без такого общения никто никогда не может обрести такого бхакти. И вот Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, вчера я уже говорил, когда Бхагаван хочет говорить и говорит таким образом и говорит такие слова, и вот по милости моего чистого преданного очень легко и просто кто-то может обрести бхакти, что очень редко. И вот они могут показать, как мы можем обрести лотосные стопы Бхагавана очень просто. И тогда Удав, естественно, был заинтересован в том, чтобы узнать признаки преданного, поскольку Бхагаван такой сильный акцент на этом делал. И вот Удав спрашивает, какие признаки преданных? We can get bhakti from them, and etat me purushadhyaksho, lokadhyaksho, jagat prabhu, pranatayano raktayo, prapannayo cha kathatam. What speaking? First of all, speaking, pranatayano raktayo, pranatayo mane ayam. И вот он говорит, я предлагаю свои поклоны пранама. Под слово пранатая значит, что нет никакого ложного эго, это все прошло. Первое значение — то, что я полностью предан тебе, а второе — то, что я чувствую огромное влечение к тебе. И вот в Гите мы смотрим, есть вот эти три вещи припрасна. Вот и Махарадж выше сказал лучше. И вот пранатая значит без отбросить ложное эго полностью и предложить свои полные поклоны Господу, и потом почувствовать огромное влечение к его лотосным стопам. И пропаньяя значит, я предаюсь полностью на 100%. Праната здесь значит определение этого слова, если кто-то предлагает поклон. Поклон значит тот, кто полностью
отставлять свое ложное эго нама. И вот первое. У нас есть естественное влечение к вашим лотосным стопам. И вот третье — это полное самопредание. И, пожалуйста, скажи. И раньше я забыл сказать. Бхагаван дает наставление Удаве, те, кто совершает баджан, чтобы обрести это брахмавасту. Хотя я сам брахма, но те, кто совершает баджан, чтобы обрести это брахмавасту, нет никакой гарантии. Бхагаван говорит Удаве. Удав, это более практично. Если кто-то сконцентрируется на моей Сачитананда Сварупе, Бхагаван говорит Удаве, о Удав. Это более практично, если кто-то сконцентрируется на моей Сачитананда Сварупе. Кто-то не будет, кто-то. И вот Бхагаван в Гите уже сказал. Что очень тяжело сконцентрироваться на моей объекта Сварупе. Очень тяжело сконцентрировать свой ум на вот на безличном брахмане. И Бхагаван говорит в Гите, это очень просто, но если кто-то делает, что я могу сделать. И те, кто люди, это вполне легко для них сконцентрироваться на своей сварупе. Если они сконцентрируются на своей сварупе, естественно, не буду думать о моих качествах или о сварупе, как каковы мои желания и прочее. И поэтому естественно, они могут прийти ко мне, а какой-то безличный брахман — это очень сложно. Вы не можете обрести стабильность. И вот Бхагаван говорит, есть всякая возможность для них пасть. Те, кто пытаются сконцентрироваться на безличном брахмане, на сиянии безличного брахмана, то ничего хорошего не приводит, это не приводит к ничему хорошему. Даже йоги, концентрирующиеся на параматме, они не могут принять все преимущества служения. Они не служат. Они не принимают Бхагавана как объект служения. И вот Бхагаван говорит, это моя преданность очень прекрасна, очень сладка. И она более практична для тех, кто заинтересован прийти ко мне. И только с помощью Бхакти Удав кто-то может узнать меня по-настоящему. В Упанишадах говорится. Бхакти.
И вот в Упанишаде такой стих приводится. Бхагаван Си Кришна вот отвечает Удаве. И вот Удав молится ему такими словами. Этапме пурушадхакша локадхакша жагат прабху пранатайо ану панатайо анурактайо прапаннайо чакатхатам. Speak to me. After that, Uddhav is going to glorify Bhagavan. Вот Удав поставляет Бхагавана. Bhagavan cannot say. Поскольку Бхагаван уходит, это последний момент, когда он может его прославить. И вот Удаджи говорит: и вот Удав говорит: ты Брахма. Ты Парабрахма на Вайкунтхе, на Галоке ты находишься, и ты за пределами Пракрити. Но по своей беспричинной милости ты явился в этом материальном мире для нашего блага. У тебя нет никаких дел здесь. Что мы можем ожидать, чем Бхагаван будет заниматься здесь, в этом материальном мире? Нет, он специально явился, чтобы спасти нас. А чем мы можем ему отплатить? Как наша гуру Вага говорила, если вы пойдем на Гангу, принять омовение и поклониться, совершить поклонение Ганге. Как мы можем поклоняться Ганге, ее водой? И вот когда мы совершаем поклонение, может кто-то цветы предлагает, но обычно предлагают Ганге, воду Ганге. Вот такой мантры. И мы поклоняемся Ганге, водой Ганге. И также мы поклоняемся Бхагавану, его собственностью. Поскольку куда ни глянь, все создал Господь, и все принадлежит ему. Цветы, фрукты, все остальное, все это его, в конце концов. Now it is our, time. So this way everybody knows. So what property was there? Try to remember. What property was there when the world was created? Same property at present also. Only resource mobilization. If you are a student of economics, you can understand. Only resource mobilization can give the new form of the property. And if gold was there inside, you take out and make ornament. But you are not going to take
И вот если посмотреть, все мы делаем из того, что создал Господь. Может, какую-то форму придаем новую, но по сути все, что Господь создал, мы из этих компонентов что-то делаем. Как в физике есть такая теория, что энергия не может быть создана, но может быть трансформирована с одного состояния в другое. Так и вот здесь Господь создал эту энергию, мы просто ее с одного состояния в другое переводим как-то. Как механическую вот, ну, энергию можно преобразовать в тепло. Или энергию движения в электричество, или еще что такое. И вот во всем мире. In infinity universe, wherever, whatever energy was there before creation and after creation, even after when the creation all can dissolve, same energy can be there, nobody can destroy, can steal nothing. But you never stop thinking about this in your life. They really so. Но не все задумываются об этом. Все, что есть, все это так или иначе создал Господь, но если даже это из Индии англичане что-то украли в больших количествах, подумать, все равно это осталось в этом мире, просто перенеслось на какое-то расстояние. Еще некоторые возмущаются, что где Бог вообще, что? Где Бхагаван, почему ничего не делает, вот храм ограбили, все украшения украли, но Бхагавану-то все равно, они эти украшения как были в его творении, так и остались, просто могли на несколько километров переместиться и все, и вот люди из-за своих ограниченных возможности ограниченного понимания, они все это пытаются наложить на Бхагавана. Думаю, что я ростом в 5 футов, может, Бхагаван там в 10, а больше они не могут представить. То они думают, что Бхагавана чуть больше, чем у них. Но за пределами этого они не могут выйти, за пределы своих представлений и оценок. Все заняты какими-то вот оценочными суждениями о Бхагаване, но это глупо, поскольку Бхагаван, он Пракрита Васту, он трансцендентен, и во всей Вселенной вся энергия, все, что есть сейчас, или было тысячи лет назад, оно так и все осталось, может, мы просто придали этой энергии какую-то другую форму, как, например, золото добыли, его из золотой руды сделали какие-то украшения, но золото как было, так и осталось. И вот Сомнат Мандир в Гуджарате 18 раз разбойники, мусульмане в основном, разграбляли, грабили полностью этот храм. Это храм Шивы Джотирлинга. И вот 18 раз он был полностью разграблен. И вот Шанкар Бхагаван мог наказать их. Но почему он ничего не делал? Он занят медитацией на лотосные стопы Бхагавана Шри Кришны, не занимается защитой своего храма. Шанкар Бхагаван говорит, что в Кайлас, здесь они все в
И вот Шанкар Бхагаван Шива ночью, он отреченный, не занимается этим, если кто-то что-то украдет у Гуру Вайшнава Бхагавана. Они не придают этому значения, как в случае с Бхагаваном, с Бхагаваджи Махараджем, Намбраму. Он поклонялся Намбраме. Внешне можно подумать, что он сумасшедший, но Парамахамса. Однажды один сывак пришел и сказал: «О, Баба, что случилось? Все украшения украдены из храма. Чем мы будем украшать Намбраму?» Сказал, что это может желание Намбрамы, поэтому они все ушли. Когда захочет какие-то украшения, они назад придут, поэтому совершай баджан, не беспокойся. Вот через несколько дней действительно все орнаменты, эти украшения, они все вернулись. Там Шивадас Бабджи Махарадж тоже кто-то украл все Гуру Нитая, и Бабджи Махарадж пришел в баджан кутир и сказал, где же все украшения. Он спросил у Нитянанды и Гуранги, где все украшения, кому ты их отдал. Кто знает, о чем они говорили. И вот он пошел в какой-то дом, постучал, сказал имя того человека, который украл. Сказал, вот это украшение украли у Гуру Нитая, хотят назад божества, могли бы вернуть. Он так смиренно попросил. И вот этот демон пришел, сбросил Бабаджи Махарадж оттуда, сломал ногу. И Бабаджи Махарадж не пошел к доктору жаловаться или куда-то жаловаться вообще. Так хромая пришел к Гуру Нитаю и сказал, вот и позволил ему украсть еще, он меня избил. Что из этого? Разве это хорошо? И вот ты послал меня к нему, он меня побил, ногу сломал. И что же делать? Ну, если хочешь, то пускай так и будет. И вот это настроение чистое Гуру Вайшнавов. Если вы хотите проверить их, если у вас есть какие-то сомнения, вы можете проверить их. И вот вы можете написать. Ну, в общем, Гуру Вайшнава очень отреченный, никак не привязанный ни к каким богатствам, никакой собственности, поскольку они знают, куда бы они ни пошли, Господь все им пошлет. И вот Удов говорит, И вот Бхагаван говорит в Гите, кто такой Брахма, я сам. И вот сияние, джоти, сияние. И вот за этим сиянием Брахмана, если пройти за это сияние, то там можно увидеть Бхагавана. И вот в Упанишадах также говорится. Outside only light and light, golden light, cannot find. Upanishad.
Вот в Упанишадах такая аллегория приводится, что это значит, что Бхагаван есть спрятан где-то за сиянием, абсолютно истина скрыта, ну где-то скрыта за золотым сиянием. И вот Уддав таким образом прославляет Бхагавана. И сейчас Бхагаван говорит: Крипалу ракрита дхо титикшу сарводейхинам шаттосаро анавадьятма самаха сарво покаракаха тамай рахат дхир данто сучир миду сучир ракинчанаха анихо мртобук шантаха стиро матчарано манихи апраматто гавиратма дхритимано Джито Саро Гунаха Амани Манадаха Калпо Майтраха Каруникаха Кавихи. So many things. A one-one quality, if I go on discussing, it will take months. One-one sadhu, what quality? It needs explanation, no? How I can... So Bhagavan speaking, Kripalu Rakritaddo Hotitikshuho Sarabadehinam Шатто Саро Анавадватма Самаха Сарго Пукаракаха Камай Рахат Дхир Данто Мидуху Сучи Ракинчанаха Анихо Мритабхукшантаха Стира Матчарно Мани Апраматто Гавиратма Дхитимано Джитта Сарагунаха Амани Манадаха Калпо Майтраха I mean, Kripalu, ocean of mercy. О, Крипалу, океан милости. Это Махарадж кратко говорит. Kripalu, ocean of mercy. Акритаддо, never fight with anyone. Никто не спорит, не борется с кем-то. Титикша. Если даже есть причина для гнева, он не гневается. Вот, no complaint, nothing. They are not going to police station to find one kid. Они не жалуются ни на что. Парамахамса. Сарвадейхино, по персональному. Шаттоса. They are going to grasp to that absolute truth tightly. И вот они крепко держатся за эту абсолютную истину. И не оставляют ее ни при каких обстоятельствах. Саптас, вот это слово значит, они всегда живут ради абсолютной истины. Они не живут ради какой-то майи. Anavatmatma, unparalleled, unbeaten. Anyhow, they cannot be defeated. I mean, material qualities cannot defeat them. So, Anavatmatma, Samaha, equal sight for everyone. Никакие материальные качества не беспокоят их. Они беспристрастны ко всем. Not up and down, politics or partiality, nothing there. So, Samaha, Sarvopukarata. They are always busy. They are always busy to seek the benefit, absolute benefit for all jivatma. Они думают о вечном благе всех живых существ. For all jivatma, any jivatma, any mosquito, for them also. Даже комара, благе комаров и остальных. So sarvopakara, always they are seeking the opportunity to how to help them to get bhakti to take them, Bhagavan.
sarvapakara. Kamai rahato dhir, then they are untouched by any kama. They are untouched by any kama. No kama can touch them. They are untouched by any kama. И вот они не попадают под влияние вожделения. So, kamai rahato dhir, dhir dhanto. Dhir means intellect, stable intellect. Nishyatika buddhi, dhir. Danto. Danto means external sense organ. Shanto, danto, danto. All sense organ under control. И все органы чувств под их контролем. Мриду. Very soft quality. Very soft. Those who are keeping the lotus feet confined inside the heart. И те, кто держат в своем сердце лотосные стопы Верховного Господа, то естественным образом их сердце очень мягко. Мридуху сучи, камай рахато данто, мридуху, very soft quality, and сучи, very pure. И сучи, они очень чисты, а как внешне, так и внутренне. И после этого, когда мы можем достичь того уровня, где внешние качества не столь важны, но все же более практично поддерживать как внешнюю, так и внутреннюю чистоту. Они никогда не... И вот шучи значит чистота, но в этом отношении хочу сказать, что чистота — это наивысшая чистота, это постоянное памятование Бхагавана, это наивысшая концепция чистоты. Когда вы можете... поддерживать чистоту, и благодаря этому непоколебимое, незабываемое памятование о Бхагаване. Вам нет нужды идти куда-то в Джагнат Мандир, например, толкаться там среди толпы, чтобы пройти, ехать чего-то куда. Нет. Чистые преданные, даже ему не нужно закрывать глаза, чтобы увидеть Господа. Он созерцает его во всем и везде. Более, он видит Джагнатха более ясно, более явно и отчетливо, чем кто-то, едущий куда-то в Пури, дающий взятки пандам, чтобы пойти быстрее и прочее. Чистые преданные могут созерцать Верховного Господа Бхагавана везде и всегда, даже не закрывая глаз, и в этом чудо. И на этом уровне мало кто может понять, я знаю. И вот в этом контексте я должен сказать. Но Шрила Прабхупада специально поддерживал чистоту внешнюю, чтобы дать пример другим. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Они были очень чистые, невозможно даже представить. Даже какие-то преданные организовали какой-то праздник, но имеется в виду пир. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, да, мы можем организовать праздник, но чтобы только наши, вы принесите продукты, а наши преданные будут готовить. И вот сейчас, поэтому Бандара, ну, имеется в виду пир. Если мы идем на какой-то пир, нужно дважды подумать,
следует ли нам туда идти. Я вот относительно просада во время этого коронавируса говорил, что такое просад, какие проблемы могут возникнуть, осквернения и все остальное. Может, кто-то разгневался на меня, но что делать? И вот если такой пир организует Шрила Мадхава Госвами Махарадж, то там будет все совершенно, и благодаря его настроению преданности Бхагаван, несомненно, примет то, что предлагается ему. А если просто организуется непонятно чьи деньги, непонятно кто готовит, то никакой уверенности, что Господь примет, нет. Как в храме Джаганатха, там Джаганатх принимает все. И в шастрах говорится об этом, я не говорю. Но если вы у вас какое-то божество Джаганатха будет или его изображение, то примет ли Джаганатх то, что вы предлагаете или нет, это большой вопрос. Хотя Господь сказал вот в этой шлоке, и вот, и когда Бхагаван внутри вас и снаружи, вы созерцаете его, то вопрос нечистоты даже не возникает. И вот Бхагаван — это единственное сокровище жизни преданных. Ничего другого у них нет. Это называется состояние, зовется Акинчана. Акинчана значит единственная наша надежда и поддержка — это Бхагаван. Как Кришна, он лучше из Нишкинчанов. Хотя мы знаем, что Кришна — единственный обладатель всех миров, как трансцендентных, так и материальных. Кришна, он единоличный властелин всех миров и всего остального трансцендентного и духовного. Но все же Кришна, он лучший из нишкинчанов. Кришна, он лучший из нишкинчанов. Он говорит Рукмини. И вот Кришна говорит Рукмини: «О Рукмини, я нишкинчан, и те, кто нишкинчан, не любят меня. Обычно те преданные нишкинчаны любят меня. Я тоже нишкинчан. Как вы нишкинчан?» Я объяснил, когда Бхагаван, он... у которых Бхагаван — это все и вся для них, они нишкинчаны. Как же Бхагаван? Бхагаван, поскольку он считает, что не единственное сокровище — это лотосные стопы Шримати Радхарани, поэтому он лучший из нишкинчанов. Даже я, вы или мы, никто не может стать таким нишкинчаном, подобным Кришне, и поэтому... Вот в этой шлоке говорится, что Бхагаван, он обладатель всего достояния, всех качеств, в том числе отречения. Он самый отреченный из всех. И поэтому лучший из нишкинчанов, поскольку лотосный стоп Шримати Радхарани — это его единственное сокровище жизни Кришны. Он нишкинчан естественным образом. И вот, надеюсь, вы поняли значение слова нишкинчан. Ani ho mitabhu.
Аниху нириху. Нириху. If anybody doing anything but still not doing anything. Аниху. Метаху. Taking prasadam, very light prasadam. И вот принимает прасад очень легкий прасад. Но не чувствует вдохновения, энергию. Такое, как... Энергию внутри себя. И вот смотрите. Они принимают очень легкий прасад, не так, что не наедаются, что не могут встать. Нет, очень мало, столько, сколько нужно для поддержания души в теле. И вот любые действия, все, что бы они ни делали, они делают ради бхакти. Они очень стабильны в своих планах, программах. Они идут в одном направлении к Бхагавану, не меняют своих настроений, путей и целей каждые 5 минут. И вот они всегда склонны ко мне. Они живут у сини моих лотосных стоп, и они не говорят ни о каких материальных вещах, не занимаются никакой ерундой, они только говорят о Харикатхе, о Харикиртане. Они муни, те, кто может, мы имеем в виду, говорить только о духовных вещах. То есть некоторые думают, что муни, мауна — это те, кто молчит, но можно под... Но маунаврата значит говорить только о Верховном Господе, о трансцендентном. Апрамати значит... Апрамати значит... Ведь причина, по которой Парикшит Махарадж не думал, что нужно убить Кали, он думал, что те, кто апрамати, те, кто стабильны, те, кто, в общем, стабильны на пути своего баджана, не совершают грехов, живут праведной жизнью, то для них никаких проблем нет. И в соответствии с этим все их действия не в общем, все нехорошо. И Парикшит Махарадж не думал, что убийство Кали как-то им поможет, поскольку те, кто имеет качество прамати, те, кто стабильны в своем уме и садхане, это значит, те, кто думает только о Бхагаване, это более такое практичное значение, так или иначе, что Кали может сделать им. И вот кто-то может жаловаться, что Кали может совершать какие-то проблемы, но так или иначе, Кали может
любые проблемы причине тем, чем он нестабилен, те, кто не совершает баджан, так или иначе, кали. Все равно их беспокоить будет не ваши живые, но и мертвые. Но те, кто имеет качество прамати, те, кто всегда думает о Бхагаване, для них разницы никакой нет. И вот сейчас так говорится, что те, кто не преданы Бхагавану, у них нет права даже брать даже капли с Ганги, капли воды с Ганги или какое-то зерно с поли. Поскольку все принадлежит Бхагавану. Если мы совершаем бхакти, то мы можем брать собственность Бхагавана в качестве прасада. И чистые преданные, они все принимают, все, куда бы они ни смотрели, они все это видят как прасад Бхагавана, как милость Верховного Господа. Все бесконечные миры, все, что есть, все это милость, прасад Бхагавана, так или иначе, в той или иной степени. И вот Бхагаван говорит. Его качества очень глубоки, даже 200 тысяч. Чтобы оценить сердце чистых Гуру Вайшнавов, это невозможно, что в их сердце, что они говорят, что думают, почему делают так или иначе. Так много вопросов. So, dhritiman means also patience. Like the case of, I can speak tomorrow time, like the case of Vasudeva Maharaj. Как в случае с Васудевом. But still Vasudeva Maharaj is keeping patience, full patience. It's called Dhritiman. Dhritiman are full patience there. They are never going to lose their patience. And Jito Saraguna. They are having control over their Saragun. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Madha, Mascharja, all their control. Jito Saraguna. Amani. They never want to get any worship by anyone. И вот они не хотят принимать поклонение от кого-то, амани. Они хотят выражать почтение другим. Кальпо, майтро.
Their sankalpa is fixed up, determined, and they have friendship with all jivas, karunikaha, kripalu, and karunika, this is different. After watching the painful situation, you can feel some pain inside. И вот видя видя чью-то плачевную ситуацию, мы будем чувствовать сострадание, можем помочь как-то, какое-то качество сострадания появляется. И после каруны, крипа, то есть сострадание, крипа, это милость, это действие. Кави, здесь значит те, кто видят прошлое, настоящее, будущее. Who can see past, present and future? It's called Kavi. Tattadarshi is called. So, those all are the qualities in general. All in deep, countless qualities can be discovered. Like the qualities we can expect in Krishna. But we are going to, Bhagavan speaking, in short. И вайшнавов множество качеств, вот это перечислены здесь основные, но их гораздо больше. И вот следующая шлока. Завтра можешь объяснить, сегодня только прочтет. Агьявайвам гунанадосано майадиштано писакано дхармано сантайюя сарваномано бхажито сасаттама ки саттама шаттаро саттама positive, comparative, superlative good, better, best positive, comparative, superlative сравнение. Саттамаха значит, сад значит хорошее, тамаха, а вот второе лучшее, третья степень наилучшая. И вот Бхагаван говорит, почему именно так. Завтра Махарадж объяснит, сегодня просто произнесет. Сарваномам бхажето сасаттамаха. So you see. И вот смотрите, это. So tomorrow we can explain how we can realize. Вот завтра Махарадж объяснит, как понять, осознать эту шлоку. Поскольку Бхагаван говорит мое прямое указание, но все же хотят что-то другое сделать, когда это возможно, в каком состоянии. Это не так просто. General condition is not what I can discuss this tomorrow. Anyway, kaivalla narakayate tidasa pura kasa puspayate durdantendriyo kalo sarpa patale prathkato dangstayate vidhi mahandadishcha kitayate vishampurna sukhayate yat koruna kataksha vaivavatam гаурамевастамаху ванча калпатарусе кепасинду бхавиша патитананг павана бхавишна бхё намо. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо,
Рамо Рамо Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рамо Хари Рамо 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рамо Хари Рамо 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 Хари 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 Кришна 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 Хари 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 Рамо Хари Рамо 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рамо Хари Рамо 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рамо Хари Рамо 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 Хари Хари Нитай Гаур Хари Бол 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 Нитай Гаур Хари Бол Хари Бол Хари Бол Хари Хари Бол Due to shortage of time, we should do at least half an hour, 1 hour. But time is limited. So what to do? You have to go now.